Так, ну что ж, попробуем сегодня размяться на апельсинчиках. Вот у меня тут три. Возьмем вот этот. Или вот этот апельсинчик. Лежит он лучше. Второй поставим здесь. Так вот. Так. Тут у меня есть листочки и цветочки. Ну, сейчас я подумаю, как их лучше приспособить тут. Ну, это многовато, наверное, будет. Так. Сейчас я подумаю и вам уже покажу. Я решил, что мы с вами сделаем что-нибудь такое лаконичное. То есть, тут вот цветочки, которые будут ассоциироваться с завязями, да? Хотя это не так. Ну, сейчас поставлю камеру и посмотрим. Так, сбрызнем немножко водой с помощью кисти. Так вот. Достаточно. Возьмем в руки фонарик, поставив на бесконечную выдержку. Очень быстренько вот здесь поставим и все, потому что светло довольно-таки. И вот теперь. Вот так быстренько, ребят. Вот. Раз. И все. И еще один короче. Совсем. Раз. Вот так. И пошли в Photoshop, посмотрим, что получилось. Так, ну что, посмотрим, что мы там наснимали. Да, открыть. Возьмем две последних. Больше мне ничего не надо. Так, смотрим, что из них. Это светлое, это темное. Ну, вот как и нужно. Забираем. Забираем обе. Я тут на них еще водичкой побрызгал. О! Так, этот пересвет у него, это явный. Поэтому мы сейчас, скажем так, сведение файлов. Не сведения, а сведения мне надо. Сценарий. Загрузить файлы в стек. Да. Добавить и попытаться. Окей. Отличненько. Вот. Из этого мы сейчас будем делать. Возьмем просто. Маску поставим черные. Кружочек возьмем. Как он вообще называется, если по-правильному? Не знаю. Ладно. Так, непрозрачность где-то сделаем. Ну, 30 порядка, посмотрим. Так, в основном мне надо вот здесь вот эти вот листочки, чтобы более выпуклые они были. Вот так. Больше... Мне кажется, не надо. Так. И еще сказать ему, что парень, свет у нас шел вот отсюда, поэтому побольше немножко. Вот отсюда у нас свет шел, так что извините. Мы отсюда и будем тянуть. Так, тут в углу, не знаю, нормальная темнота была. Единственное, здесь вот осветить чуть-чуть вот так. Все. Все, ребята. Смотрим, немножко ушел горизонт. Сейчас поправим. Ctrl-Shift-Alt-E. Ctrl-T. Нажимаем. Ctrl чуть-чуть поднимаем вот так. Окей, ничего не изменилось особо. Да-да. Закрыть. Как избавиться от фотошоповской рекламы тут, блин? Еще вот встроили, засранцы. Так, первое, что надо сделать... обычно. Я сейчас уберу этот шуруп, он мне тут не нужен. Вот так. Нарушил. Точно нарушил.
И немножко надо все вот этот убрать и все. Да что? Вот так. Так, тут все нормально. Единственное, надо было подальше отвести этот белый. Ну да ладно, сейчас выберем наш. По пропорциям выберем, что мы хотим тут. Допустим, мы хотим вот такое. Жалко этого ушел. Сейчас я попробую перенести. Вот так. Так, дальше. Вот так лучше будет. Теперь выберем ему. Вот, мне кажется, так красиво будет. И скажем, изображение кадрировать. Откадрировали. Так. Здесь обычный, скажем, и убираем вот этот. Да. На крайний случай вот так сделаем еще. Тудон. Туру-дудон. Угу. Все, она все уже у нас готова выглядеть, ничего не надо делать, никаких применять здесь приемов, все. Ну, на всякий случай давайте попробуем еще коррекцию, скажем так, по светлому, вот так вот, допустим, да, что это даст, вопрос. Ну, только что на листочках, ребята, я вот такой, что чуть-чуть прошелся вот этих первых. Так, и здесь, допустим, вот этот далеко лежащий. Так вот. Ну, а больше я ничего и не хочу. Все. На этом мы с вами простенький совсем закончили натюрмортик. И да, закончили. Ctrl-T. Вот так. Угу. Вот у нас неровность получилась. И я вас призываю не терять канал, следить и повторять. Ну, всего доброго, пока.